Всем привет, друзья! Уж извините за этот внешний вид, но рыло я свое буду прятать. Я не хочу, чтобы вы меня узнали где-нибудь на улице. Не люблю я это. Так вот, сегодня будут две минимум посылки. Первая. И все это относится, кстати говоря, PlayStation 5. Собственно, вторая. Самая основная. А вот она. И все это с Алиэкспресса, но не только. В этом же видеоролике я вам покажу и, скорее всего, игры, они еще не пришли, но я это все смонтирую и вам покажу. В общем-то, заказал 5 игр, там, как обычно, шедевры, как все говорят. Не удержался, заказал Рагнарёк, Гудувар, что там еще, Ластас, ну и, в общем, обыкновенные 3 стрелялки. Колду заказал еще каких-то 2, также будут ссылки в описании. Ссылка в описании на PlayStation 5, ссылка в описании на держатель к стене, чтобы прикрепить эту PlayStation 5, потому как у меня проблемы будут, ну, давайте я вам покажу лучше, это будет интереснее. Вот телевизор, 55-я диагональ, вот полки, у меня здесь проход. Ну, тут, я уж не помню, но около метра, чуть-чуть, может, больше расстояния. Эти полки 30 сантиметров. И если сюда запихнуть консоль, она будет выпирать. Проход сразу уменьшается, да и некрасиво. Поэтому было принято решение мною прикрепить сюда сбоку, прямо к стене. Для этого я заказал специальное крепление. Крепление с Алиэкспресса. В общем, ссылка в описании, я покажу, как это будет все выглядеть, если сам, конечно, решусь на этот шаг. Пока просто заказал, будет распаковка. Если все мне понравится, покажу, как я закрепил и, в принципе, наверное, даже процесс. Но сейчас распаковка по ссылке. С японкой, по-моему, здесь японская версия PlayStation 5, вот это крепление. И что хотелось бы еще рассказать по ценам. Купил я по ценам, буду сейчас рассказывать, что почем. По ценам обошлась она мне в 47 тысяч рублей, ну там 46 900, в общем-то, можно было и купить и за 46. Об этом была информация в телеграм-канале «Скидки на Алиэкспресс», переходите туда, подписывайтесь, чтобы не упустить самые лучшие новинки и скидки, собственно. Так вот, можно было купить и за 46. Но я пока думал туда-сюда, уже стало 47. В общем-то, самая лучшая стоимость. Для интереса оставлю ссылку в описании, также выгодное предложение с Яндекс.Маркета, но предупреждаю, там будет дороже. Хотя здесь доставка ничем не медленнее, допустим, чем с того же самого... Блин, очки в очках непривычно видео снимать, мешаются. Чем с того же самого Яндекс.Маркета. Такая же быстрая курьерская доставка. То есть я никуда не ходил, курьер пришел, принес мне домой. Заранее позвонил. Ну что, в принципе, все ясно и понятно. В общем, решил сэкономить. Вот так вот упаковано. Тут уже был инвойс. Его вырезали, я там подписал. Роспись поставил, курьер забрал. Как видите, в другом надписи Алиэкспресс. Упаковка так себе. Так, там вообще пишется? Для кого я сам с собой разговариваю? В общем-то, упаковка так себе. Просто один полиэтилен. Ну и давайте рассматривать, что же ко мне приехало. Заказывал версию с дисководом, чтобы можно было диски устанавливать. Естественно, там придется с Турцией иметь дело. Заводить аккаунт турецкий. А ну-ка. Да, это PlayStation 5, судя по названию. Здесь удар пришелся, здесь удар пришелся. Ну, упаковка вообще никакая. Что у нас тут указано? Так, тут хрен поймешь, что тут указано. Ну, вроде все похоже на оригинал. Теперь эта посылочка, быстренько. Проверим. Смотри-ка, более дешевый товар, гораздо дешевле упакован, и то лучше. Здесь хотя бы пупырка есть. А ну. Так. Этот товар, знаете, оказался тоже, в принципе, не дешевым. Там что-то порядка 2000 рублей, может, чуть дешевле. Но... Я искал такую вещь у нас как бы по месту, не продается. Только нашел на Алиэкспрессе. Так, черного цвета. Ух ты!
А ничего, так толстая, тяжеленькая. Видно, что добротно сделано. Слушайте, нормально, нормально. Толстый металл. Отлично. Ну, это вот непосредственно крепится вот таким образом. И сюда ставится PlayStation, прикручивается. Вот этот крючочек не дает, как сказать, ну здесь прикручивается, здесь фиксируется. Не дает как бы в бок завалиться. Также есть в комплекте такой вот крючочек. Это DualSense сюда вешать. То есть прямо на консоль это сверху вешается. Такой повесили на консоль. И сюда джойстик. Ну и инструкция также прилагается. Плюс у нас тут пробки пластиковые. И винтики. Ладно, это не столь интересно. В общем, ссылка в описании. Смотрите там. Ну вот теперь самое интересное. Оно. Уже вскрыто, без пломб, без ничего, даже и намека на пломбы я не вижу. Так. Ага, сверху идет вот такая карабуля. Я на самом деле распаковки вообще не смотрел на эту плойку, абсолютно не интересовался. Когда-то я хотел ее взять, была стоимость что-то там в районе 66-70 тысяч рублей. Потом что-то доллар скаканул. Там еще новогодние праздники были и одно время. И это все дело подорожало вплоть до 100 тысяч рублей и 110. Сейчас 47. Ну, блин, это класс. Круто, я считаю. Так, ну тут японско-китайский, не поймешь. Так, вторая инструкция. Очень интересно, меня интригует, какой же версии этот PlayStation. Надеюсь, не самый первый. Также в комплекте идет провод. Так, ха, посмотрите, какая вилка, благо у меня переходник есть. Это вообще что-то с чем-то. Это ж как это? Я первый раз такой вижу маленькую. Какой переходничок, переходняк поставили, и все. Так, нано. А ну, слухайте. Я думал, будет больше. Какой-то он прямо компактный. Так, ну, вот так это выглядит. Еще света, наверное, стоит добавить. А ну, да, вот так вот будет получше. Пружинки видны, там как-то определяют по наличию пружинок. Версия. В общем, похоже все на оригинал. Вообще там очень много заказов у этого продавца. Просто невероятно много. Самая лучшая стоимость у него. И все отзывы очень-очень хорошие. На первый взгляд, первое ощущение, крайне все качественно. Кнопки нажимаются очень приятно. Курки работают все отлично. Но пока что все отлично. Тут вот 3,5 мини-джек для подключения наушников и контактная база. Так, отлично. Пока. Давай, пускай здесь валяется. Что еще здесь? А, ну да. Идет подставка и кабель HDMI. Как-то сделан, правда, топорно. Я не знаю. Какой-то взгляд, что ли, у японской компании непонятный. В общем, кабель HDMI для потока 4К по-научному HDMI. Да, никак иначе. Ну ладно, хорошо, отлично. Есть комплекты, это отлично. Искать не придется. Также подставка. Подставка для вертикального и горизонтального расположения и охлаждения приставки. Обыкновенная, пластиковая. Где-то там должен прятаться винт, наверное. Почему его здесь нету? Отверстие есть. Так, что-то не пойму я, как тут. Ну ладно. А, стоп, она крутится. Так. Опаньки, смотрите, тут показался винт. Так, а как? Ага, есть винтик. Вот, пожалуйста, в комплекте есть винтик. Отлично. Но подставка это, скорее всего, не буду пользоваться, потому как крепление у меня будет, а какое обратно. Крепление будет к стене. Так, ладно. Теперь самое интересное все-таки из этой коробочки. Приставка. А ну, вылазь. Ух ты, нифига себе, тяжелая вообще. Вообще, сама посылка весила, я смотрел.
6,5 килограмм. Тут тоже иероглифы, оттеснение. Так. Вот, чтобы было видно. А ну. То есть она просто завернута. Это не пакет. Ну ладно. Ух ты. Ты смотри. Красотуля какая. Ну ладно, я лукавить не буду. Сам себя обманывать. Мне лично такой дизайн не нравится. Я бы предпочел больше, знаете, такой техно-дизайн. Хай-тек, не хай-так. Это когда все квадратное, максимально прямоугольное. Вот знаете, как Microsoft делает последние свои модели. Там квадратные. Мне вот такая мне вот композиция не очень заходит. Как видите, здесь дисковод. В общем-то, глянцевая сторона полностью. Ну и мне интересно, есть ли здесь какие-нибудь надписи по поводу японка, это не японка. Sony PlayStation. Опаньки. Made in China. А сделано в Китае. Я не знаю, будет там видно или нет. Надеюсь, будет. Сделано в Китае, а не в Японии. Я-то думал, будет сделано в Японии. Чистый японец. А нет. Ну что, вот такой аппаратец пришел. Тут логотип отверстиями сделан. А дальше здесь логотип компании Sony. Какое-то здесь вот рифление есть. Так, в целом, на ощупь приятная вещь. Видно, что качественно сделано. Не побито ничего. Слегка вот здесь какой-то, как потертость, что ли, на выпуклой части. Или мне это кажется... В идеальном состоянии. Ну что? Ну и давайте-ка я вам покажу, какая моя главная претензия. К телеку идем снова. Так. Сейчас. Убираем вот эти все пульты нафиг. И смотрите, что получается. Какая она... Что я там нажал? Какая она большая. Ёкарный бабай. Так, что-то у меня там запустилось. Назад. Да уж. И причем у меня 55-я диагональ, большой дисплей. Смотрите, это как смотрится. Насколько она огромная. Просто невероятно огромная. Поэтому я буду крепить вот сюда. По-любому теперь буду крепить. Я понимаю, насколько это некрасиво смотрится. Хотя я не той стороной даже засунул. Так, а почему-то логотип с этой стороны. Ну ладно. А ну-ка. Сейчас. А как ее? А, поцарапаю сейчас. Да и пофигу, честно говоря. Блин, тяжелая. Собака такая. Вообще тяжелая. Не ожидал. А ну. Ну да, так посимпатичнее будет. Слушайте, ну хотя... Хотя не, но это какой-то, я не знаю, фигня какая-то полная. В общем, по-любому креплю сюда. Смотрите далее, что у меня получится. Thank you.
Сделал вровень, взял угольник, приложил угольник, сделал вровень с телевизором, то есть перенес сюда это расстояние. Прежде чем размещать, поднес ее уже с прикрученным креплением, отметил низ, где будет, чтобы не промахнуться плюс-минус по высоте, а потом уже по вертикали. Вроде бы все четко, ровно. Ну и сейчас попробуем, вот я там заранее к телевизору подсоединил HDMI-шный кабель. Один готов. Теперь второй, смотрите, как у меня все выглядит. То есть у меня заранее был вот такой вот переходник, многофункциональный, под всякого вида розетки, по-моему, даже под английскую. И вот он спокойненько, вот эта вилочка сюда подходит. Ну какая же она маленькая все-таки. Еще по поводу консоли, да. Самое дешевое, что видел, консоль плойку пятую с дисководом на Яндекс.Маркете, это примерно 50, по-моему, 1000 рублей. Самое дешевое. И то там три заказа, из трех заказов два отзыва плохие. То есть такое сомнительное решение взять было именно там. Потому как, ну, есть у меня сомнение, что, скорее всего, там продают какие-то восстановленные. Ну и другой магазин продавал там по 59-60, ну, тоже уже гораздо дороже, во-первых. И во-вторых, ну, как бы, доставка та же по скорости, ну, в общем-то, не знаю. И тоже какие-то сомнения, там не все однозначно хорошие отзывы были. Так, воткнул. Вот, собственно, теперь провода видны. Сейчас еще отойду, посмотрю, как это будет в целом смотреться. Потерял мысль. А, ну да. Давайте попробуем, смогу ли я подсоединить USB-A. Так, по-моему, вот так. А нет, вот так. Вот так. А ну-ка. Да, надо было сначала подсоединить именно его. А хотя, я же не буду каждый раз отсоединять. Ну, можно попытаться даже и так. А ну-ка. Получится? Ха, без проблем вообще. Все. А, ну и крючок, крючок. Давайте я вам покажу, как это все. Еще сам не примерял. Так. А ну, как это? Вот так, что ли? Ну, нормально, в принципе. Но я не буду здесь хранить, у меня на полке будет лежать. Но, тем не менее, может, кому-то это надо. Хо, вот так это. Я даже, наверное, на превьюшку так и сфотографирую. Слушайте, мне нравится. У меня еще мебель белая, к тому же. Кругом белая. И мне нравится, что она выделяется, не портит композицию. Вроде бы она отдельно стоит, и все нормально. Ну, по крайней мере, это какое-то решение. Я думал купить, повесить сюда подвесной линейный камин под телевизор, уже поставить ее на камин. Ну, куда такую гамадрилу ставить на камин, это во-первых. Во-вторых, те, что линейные камины мне понравились, они стоят, извините, 100 и 100 плюс, 150 тысяч рублей. Нафиг оно надо? Ну, они тоже занимают место, это не вариант для меня. Это крепление. Да, консоль, конечно, реально огромная. Даже вот, не знаю, вот вам не маленький шуруповерт. Смотрите, это просто трындец. Нахрена я такой огромный сделаю, не знаю. Ну, сейчас вообще отлично. Когда ничего не висит, никаких соплей нет, в принципе, очень прилично. Мне нравится. Что-то я сейчас повалялся и понял, что надо бы перевесить. Объясняю. Смотрите, в чем дело. Консоль-то белая, она вровень с телевизором на самом деле. Но глаз обращает внимание на черное крепление. И получается неровно, так что надо поднять чуть выше, ну где-то на сантиметр, придется перевешивать. Плюс ко всему, я стормозил, прям конкретно стормозил, что я забыл. Спереди-то тоже можно подключать, заряжать. Так что я еще сдвину, ну наверное вот палец оставлю буквально на палец, примерно расстояние. Вплотную опять-таки не буду, некрасиво. Еще ближе можно подвинуть, а здесь заряжать. И еще. Если у вас консоль без дисковода, то можно вешать и по правой стороне телевизора, потому что нет дисковода. А если дисковод, с этой стороны уже диск не поставить. Так что имейте в виду. Ну, вот такие-то дела. В общем, надо будет перевешивать. Вот так это смотрится. Кстати, вот этот винтик идет в комплекте с креплением. В общем, надо перевешивать определенно, потому что глаз кидает именно на черный телевизор и на черную вот эту вот металлическую полосу. Получается неровно. А белое с черным не сливается. Как бы вровень-то вровень. Но вот чисто визуально, еще раз посмотрите, чисто визуально, когда лежишь на кровати, видно, что надо поднять вверх. Ну что, прошли сутки. Сгонял я в пункт приема. В общем, пришли два, я так понимаю, диска. Но не терпится мне запустить, поэтому остальные три не буду показывать. Просто ссылки в описании. Сейчас их распакуем, посмотрим, что ко мне там приехало. И еще. Я все-таки ее перевесил. Сейчас это выглядит следующим образом.
Она запущена, работает. Я уже поиграл в эту вот встроенную игру. Слушайте, ну, первое ощущение очень приятное. Прям я в восторге. Особенно вот касаемо этой штуки. Я сейчас про DualSense. У меня была PlayStation 3 серии. Троечка у меня была, четверки у меня не было. Но я брал четверку у родственника поиграть. И знаете, на тот момент я как-то особо различий, ну, для себя не обнаружил. Что тройка, что четверка. Как-то особо прорыва не было. Это как между iPhone 13 Pro и 14 Pro. Как бы вот примерно то же самое. Но здесь, в пятой серии, вот именно из-за этой вещицы стоит, конечно, брать. Я, наверное, популярную вещь сказал только что. Все так говорят, но я соглашусь с этим. Потому что это что-то особенное. Такие тактильные ощущения классные. Теперь я ее перевесил. Она стала повыше. На уровень телевизора черная полоса идет. Да? От крепления. Ну и ближе повесил. То есть, ну, даже, слушайте, даже немножко я переборщил. Надо было чуть-чуть еще все-таки отступить. Но уже перевешивать больше не буду, надоело. Далее, что же у меня за ревизия на самом деле приехала? Из трех ревизий, там первые плойки, пятые, вторые и третьи. Чтобы это узнать, необходимо залезть под саму приставку, но сейчас не будет видно. Там номер приставки. Но проще всего, это я посмотрел, конечно же, в интернете, не я такой умный. Проще всего посмотреть на коробке номер, и там будет понятно, что же ко мне приехало. Еще я вот до сих пор еще вот так вот. До сих пор я вот удлинитель, в общем, надо купить какой-нибудь черный, подлезть под телевизор, отсоединить там одну свободную розетку, сделать и уже подключить удлинитель, пока это у меня все на соплях. Пошли на балкон, там коробка стоит. Итак, вот номер. Смотрите, вот первая, вторая цифра, у меня двоечка. Если у вас, я так понимаю, здесь ноль стоит, то это первая ревизия. Если стоит у вас единичка, то вторая ревизия. У меня двойка, это третья ревизия, то есть самая свежая плойка, что может только быть. Конечно, меня это радует. То есть тут уже вроде бы и 6 нанометров техпроцесс, более современный процессор стоит, наверное, все-таки. Хотя споры идут по этому поводу, никто так толком и не объяснил. Ну, все равно, более свежий, я так понимаю, что они, возможно, там пофиксили какие-то проблемы. В общем-то, я очень рад, что ко мне приехала самая свежая. По ссылке в описании вам, скорее всего, придет то же самое. Ну и читайте комментарии, обязательно прочитайте. Там уже люди пишут, обыкновенные люди, пользователи, которые уже заказывали. Очень будет полезно, я лично прочитал. Ну а теперь переходим к посылкам. Начнем скрывать. Первую. Я рассматривал Amazon для покупки дисков. Я рассматривал в том числе Валбрис, но почему-то... Да не почему-то, а потому что дешевле всего оказалось на Яндекс.Маркете. Там я и заказывал. Первый диск пошел. Смотрю, вроде бы полиэтилен там даже. Так, не повредить. Doom, собственно. Так. В полиэтилене похоже на то, что абсолютно новый товар, не бэушный. Имейте в виду, что надо быть внимательным при выборе дисков, потому как... Там продают как бы ушные, так и новые диски. В общем-то, я в основном не любитель проходить всякие квесты, там, вот, тратить свое время. Мне нравится, обратите внимание на флаг, мне нравятся такие игры, чтобы не отнимали у меня много времени. То есть я зашел, там пиф-паф, порубил, там пострелял спокойненько полчасика, может быть час от силы, раз в две недели, зашел... Нервы, так сказать, подуспокоил и ушел. А вот это все прохождение муторное, может быть и интересно, конечно, но у меня на это нет времени. Ну, посмотрим, что внутри. Так, вот это выглядит. Все, все говорит о том, что диск абсолютно новенький. А ну-ка. Ну, собственно, таковым он и является. Отлично. Что тут еще? Книженция какая-то, нет? Буклетики симпатичные. Fallout. Так. Ну ладно. Я думаю, это не особо интересно. Давайте второй посмотрим диск. Что ж мне там второе? Надеюсь, тоже стрелялка. А ну-ка. Так. Угу. Также все полиэтилене. О, так это колда приехала. Отлично. Это, пожалуй, самая, одна из самых дорогих посылок с дисками. А, ну. Здесь уже
Для PS5. Это, видать, для четверки. Да, для четверки. Ага, а это PS5. Вот. Вроде бы как надо заводить аккаунт. Иностранный. Ну, Эрдоган нам поможет, я думаю, в этом деле. Ну вот, собственно, такие дела. Что могу сказать еще раз по приставке? Ну, а в случае, если у вас мебель какая-то другая, и вы не хотите, чтобы это все сливалось черным фоном, может, конечно, чтобы сливалось, черные панели заказать отдельно на Алиэкспрессе. А даже оставлю ссылку. А можно другим цветом купить, под обои, под мебель, под что угодно. Я не хотел, чтобы оно сливалось с телевизором.